не по принципу описательности, кто что говорил, а будем его выводить, опираясь на то, как его выводил в науке логики Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Выводил его, начиная с самой простой категории, которая допускает у идеалистов идеалистическое толкование, у материалистов материалистическое. Если мы начинаем что-либо рассматривать, то то, что мы рассматриваем, что бы мы ни рассматривали, оно есть. Правильно? А то, что есть, как называется? Есть. Бытие. Вот то, что есть, называется бытие, но в самом начале, если речь идет о начале, даже если мы и знаем, что мы хотим показать, или во что это бытие развивается, или что оно более сложное, но в самом начале, если это начало, это бытие, про которое можно сказать только то, что оно есть. Еще остальное мы не успели сказать, или не успели исследовать, не успели узнать. А если мы бы успели узнать, или уже успели сказать, или успели исследовать, это было бы не начало, а уже некоторое продолжение. Значит, в самом начале наше бытие не просто бытие, а чистое бытие, без всякой дальнейшей определенности. Чистое бытие. Поэтому первая категория, самая простая категория диалектики – это чистое бытие. Чистое бытие. При этом, вот если вы возьмете науку логики и почитаете соответствующие прибавления, примечания и комментарии, которые дает Гегель, то вы там увидите, что речь там идет о том, что вы можете взять любое начало, какое угодно. Но какое начало бы вы ни взяли, все сводится опять к тому, что если вы скажете там о семья, или государство, или общество, или Бог, и так далее, что бы вы ни взяли, что вы в самом начале можете про это сказать? Что оно есть? Даже если это Бог, то вы все равно скажете, что оно есть как предмет рассмотрения, как некое вот бытие, которое вполне возможно не относится к миру вещей, а к миру идей и образов. Но тем не менее, вот оно есть, и больше нечего сказать о нем как о таковом. Поэтому какие бы начала ни предлагали, а философы и предлагали разные начала. Фихте, например, и предлагал. Давайте начнем с «я», поскольку я хорошо знаю о «я». Ну, во-первых, у каждого свое «я». Это раз. А во-вторых, что мы знаем о «я» в самом начале? То, что оно есть. Поэтому самая простая категория – чистое бытие. Ну, и если взять историю философии, мы об этом уже говорили, у Пармениды говорится – бытие есть, а небытия вовсе нет. И вот тут, сделав хороший и правильный шаг, Парменид, тут же сделал неправильный шаг, который раскрыл Гегель. Раз вы говорите, что бытия вовсе нет, то вы уже успели рассказать об этом, поговорить об этом небытии. Как же его нет, когда оно есть уже в этом разговоре? Вот если бы вы ничего о нем не сказали, то, может быть, его и нет. А если вы сказали, что его вовсе нет, оно есть вот в этом утверждении. Так вот, Гегель не допускает вот таких забеганий вперед. Он требует для выведения категорий не переходить к следующей по принципу, а теперь перейдем вот к такой категории. То есть мы как бы переходим. Не категория выводится одна из другой. Не категория порождает другую категорию. Не связь категорий, которая присуща им, а некое внешнее действие, когда человек совершает движение случайное, ничем не предопределенное, а не выводит категорию из простой, более сложной. Сложное, мы уже с вами знаем, это состоящее из простых. И поэтому кажется какой-то загадкой, как можно из простого вывести сложное. Потому что сложное открыли и нашли там много-много всяких составляющих его элементов. А как можно из простейшего выводить более сложное, это кажется очень непонятным. Это кажется непонятным, если мы не поймем, что вся система категорий, она в качестве начала имеет некую вершину. И мы с этой вершины начинаем, и начинаем потом идти
ко все более и более конкретным категориям. То есть мы пускаемся в обратный путь. Человечество за время своего существования, в том числе и в рамках философии, построило систему таких категорий, которые связаны таким образом, что, взявшись за с виду простейшее, вы можете прийти ко все более и более сложным, если будете его обдумывать. Давайте обдумаем чистое бытие. Вот простая задача присутствующим – обдумать чистое бытие. Можете вы поделиться мыслями, которые к вам пришли в связи с обдумыванием чистого бытия. Что вы скажете про чистое бытие? Самая простая задача, самая простая. Это всем остальным более сложная. Вот считайте, что я вам выдал карт-бланш, поставил вас в самое выгодное положение. Все остальные будет уже гораздо более сложная задача. Что оно есть? Вы можете про него сказать. Очень хорошо. А еще что-то про него можно сказать? Про чистое бытие, кроме того, что оно есть? А? Нет, качать не надо. Надо говорить что-то. Это субъективизм, если вы думаете. Зачем вы говорите «я думаю»? Про него только из-за того, что вы думаете, нет? Или на самом деле нет? Нечего о нем сказать. Ну, раз оно чистое, значит, дело не в том, что вы так думаете, не в том, что я так думаю, не в том, что другие так думают, а по смыслу категории «чистое бытие» – такая категория, в которой, говорит о том, что есть, и больше нечего о ней сказать как о таковой. Правильно? То есть, в отличие от такого широко распространенного правила, когда вот зададут вопрос, давайте подробнее, давайте еще расскажем конкретнее, а тут не может быть ничего конкретного. Не может быть ничего, потому что в самом начале о бытии, о чистом бытии больше нечего сказать, кроме того, что оно есть. Так. А раз про него больше нечего сказать, кроме того, что оно есть, и вы услышали, что о нем нечего сказать? Услышали? Все услышали? То есть мы в своем мышлении, в своей голове пришли к мысли о ничто. То есть именно обдумывая чистое бытие, мы пришли к мысли о том, что о нем нечего сказать, и тем самым пришли к мысли о ничто. Вывод. Люди, которые не берут или не изучают диалектики, и не освоили диалектические приемы, они что делают? Выбрасывают бытие. Хватает ничто, начинает смотреть это самое ничье, ничто. А мы должны, как диалектики, сказать, что в нашем мышлении состоялся логический переход чистого бытия в чистое ничто. Переход. Чистое бытие перешло в чистое ничто. И если это совершается в нашем голове, то в силу того, что наша голова, наш разум отражает наш язык как коллективное, как выражение коллективного разума, как такое отражение мира, в котором уже отобрано только то и осталось в языке только то, что миллиарды раз повторилось. В том числе и это движение тоже повторилось миллиарды раз. Значит, состоялся переход чистого бытия в чистое ничто. Что теперь нам делать? Ничто опять же бытие. А? Ничто опять же бытие. Не ничто опять бытие. Это вы уже сразу, как вы даже заранее знаете, чем дело кончится. Как будто вы детектив уже прочитали и посмотрели в конце, кого и кто убил. Нет, мы должны рассматривать это чистое ничто. А вы уже как-то сразу два действия делаете. Это вы очень, у вас большая голова. У меня такого нету. Давайте и рассмотрим чистое ничто, а уже потом какие выводы получатся, такие, с такими согласимся, правильно? Давайте рассмотрим чистое ничто. А поскольку вы одну задачу решили, я вам такой задачи и перед вами и не ставлю. Вот у нас есть молодые и здоровые силы, которые могут двигать вперед науку дальше. Вот вам вообще пустяковая задача. Что вы можете сказать о ничто? Рассмотреть ничто и сделать вытекающие из этого рассмотрения выводы. Пожалуйста. А зачем вы так как-то торопитесь? Я вот сразу две мысли. Я вот не привык. Но я понимаю, что двумя ушами можно слушать.
двумя глазами смотреть. А особенность вообще человеческого мозга, что мысли идут по очереди. И поэтому диалектические мысли, нельзя высказать сразу вот две мысли, если выпались. А они сначала тезис, потом антитезис и потом синтезис. То есть каждый раз по очереди. Поэтому, если вы рассматриваете чистое ничто, я вот сразу увидел первое, что вы сказали, что, следовательно, оно есть. Вот мы его рассматриваем, значит, делаете вывод, а что оно есть. А раз оно есть, значит, оно бытие. А вот раз мы пришли к выводу о том, что оно бытие, состоялся переход чистого ничто в чистое бытие. Правильно? То есть, чтобы у нас вот это, то, что вы сказали, вот то, что мы сейчас сказали в конце, было бы результатом обдумывания, а не устояло в самом начале. А сначала, если вы разглядываете ничто, что вы должны о нем сказать? Раз мы его разглядываем, рассматриваем умственным взором, значит, оно есть. А раз оно есть, то оно бытие. Какое? Чистое или нечистое? Чистое. Нечистое. Нечистое, потому что это уже после вторая уже мысль. Как же оно может быть чистое? Первое бытие было чистое, мы его впервые встретили, правильно? Вот, вы совершенно правы. А это такое бытие, которое получилось из ничто. Вы видите разницу? Ничто, бытие, которое не из ничто, а первое, непосредственное, первое, что мы взяли. А это такое ничто, которое вышло, а это такое бытие, которое вышло из ничто. Видите разницу? Это все равно, что вот, если мы будем рассматривать общество, вот был первобытный коммунизм. Это первый был коммунизм, правильно? А потом, значит, в ряде стран современного мира есть коммунизм, скажем, в той же самой Северной Корее, низшая фаза. И что? Это то же самое, вот, что то, что было? Нет, это уже другое. Вышедший из капитализма коммунизм, это же не тот коммунизм, который был первобытно общинным. Поэтому тут на самом деле существует не одна мысль сразу, двойная, а сначала мысль о том, что она есть, а раз она есть, значит, ничто перешло в бытие, уже не в чистое, а в бытие. И вот эта вторая мысль, что ничто перешло в бытие, мы тоже должны ее зафиксировать. А теперь мы должны сопоставить полученные мысли, что у нас чистое бытие перешло в чистое ничто, а чистое ничто перешло в бытие. А бытие? Ничто. Бытие уже перешло, это само, раз уже чистое переходило, уже поэтому любое ничто, простите, любое бытие переходит в ничто. То есть поэтому наша мысль тут остановиться не может. Не может уже. Значит, совершается переход бытия в ничто, а ничто в бытие. И так постоянно. Что мы получаем в итоге нашего исследования? Что имеет место переход бытия ничто, а ничто в бытие. И уже и ничто нечистое, правильно? Потому что это ничто появилось из бытия. Вот. И бытие нечистое, потому что оно получилось из ничто. Поэтому нет уже чистого бытия, нет чистого ничто, а есть лишь движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Вы такую картину когда-нибудь раньше видели? Нет. Мы такую картину еще не видели, не описывали, не называли. Как назвать вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие? Становление. Становление. Откуда вы взяли это название? Сами придумали или позаимствовали? Правильно? У кого? У вас. Нет, вы у меня, а я у кого позаимствовал? А я у Гегеля позаимствовал. Значит, что мы делаем? Название-то мы не можем вывести. Как название выведешь? Можно вывести, допустим, мое имя или фамилию? Вывести ее нельзя. Это знак. С таким же успехом я мог бы называться другим именем, правильно? И каждый здесь присутствующий. А вот категория, если она выводится, значит, как получается название категории? Они получаются или в истории философии, потому что кто-то первоначально так это назвал, либо человек, который строит систему, он должен увязать все элементы этой системы и недостающие звенья, если они не имеют названий, восполнить и название дать. Кто может претендовать на то, чтобы давать название? Вот некоторые люди думают, что вот я возьму и сейчас какие хочу названия, такие и дам. С таким же успехом, значит, с каким я могу назвать, так сказать, любым именем,
С таким же успехом никто не будет читать и считаться с тем, что я назвал, потому что это не имеет под собой никаких оснований. То есть вот эти недостающие звенья названия делает тот, кто строит систему. А эту систему в категории построил Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Поэтому открываем книгу. И вот эта часть, которую мы проделали, она сама по себе диалектическая, ее можно без книги проделывать. А название мы посмотрим, как называется эта категория. Она называется «Становление». Хорошая очень категория. Чем она хороша? Тем она хороша, что это первая диалектическая категория. Потому что если вы возьмете категорию какой-нибудь формальной логики, в ней противоречий нет. А здесь есть. Здесь в этой категории сразу две противоположных мысли. Правильно? Какая одна мысль? Что бытие переходит в ничто, а вторая мысль, что ничто переходит в бытие. И вот эти две мысли отражают два противоположных движения, которые есть в жизни, и поэтому они отразились и в философии, и в языке. Движение, когда бытие переходит в ничто, и такое движение, когда ничто переходит в бытие. Вот такие противоположные движения в одном движении надо как-то назвать. Правда? Потому что для этого существуют эти... Как они называются? Нет, вы поторопились. Поторопились. Вот для того, чтобы... Если есть противоположные движения в одном движении, они называются моментами. Вот в нашей душе боролись противоположные позывы, там, мысли, мотивы. Противоположные. Может быть борьба в душе, душевная борьба. Момент. Это же несчастье. Вы не скажете, вот эта часть души с этим сражалась, с этой частью души сражалась. И куски души, понимаешь, душа разрывалась на части. Да, тогда действительно она разрывается на части. Но душа из частей не состоит. Противоположные моменты – это вот важные очень категории, которые мы должны зафиксировать, и мы их будем использовать неоднократно. Потому что во всем живом, в том числе и в обществе, нет никаких отдельных кусков и элементов, а вот противоположные движения есть во всем. Вот мы с вами занимаемся сейчас, изучаем становление. А время-то идет, мы становимся старше, скажем. Я смягчил общий вывод. Старше мы становимся. Особенно это... Но это звучит по-разному для тех, кто перешагнул, скажем, 50-летний порог. Значит, одни еще, так сказать, расцветают, а другие, как бы это красиво так выразить, мужают, мудреют. Ну, как бы так подрессорить, чтобы они не обижались. Так? Как можно определить момент? Момент – это два противоположных движения в одном движении. В одном. Если вы их разделите, это не одно движение, это не момент. Момент есть только в одном. Вот, скажем, в любом животном организме есть процесс потребления кислорода, да? И процесс выделения углекислого газа. Это противоположные движения. В одном движении, в одном. Скажем, вот нормальная температура у человека 36,6. А как она получается? А что, вот просто так она вот раз, какой-то рубильник и 36,6? Нет. Существует какой-то момент, который повышает температуру, и противоположный момент, который ее понижает. И вот равновесие этих моментов может установиться или на уровне 36,6, или на уровне 38. В зависимости от того, на каком уровне будет установлено это равновесие противоположных моментов, врачи определяют, здоров человек или болен. То есть моменты – это действительно диалектическая категория, которая предполагает другой момент. Она без другого момента не рассматривается. Вот как противоположные движения души. Если они противоположные, как же можно рассмотреть одно движение без другого? Никак нельзя. Дальше. Вот теперь название для этих противоположных движений. Теперь это будет уже не просто противоположное движение, а это моменты единого, моменты становления. Моменты становления такие. Переход бытия в ничто. Как назовем? Прихождение. Это вы как узнали? По Гегелю. Прихождение. Все приходящее. Если у вас плохое настроение, это приходящее. К сожалению, если у вас хорошее настроение, то это тоже приходящее.
Сегодня хорошее, завтра плохое. Если вы не здоровы, это приходящее. Но, к сожалению, если вы здоровы, то это тоже приходящее. Поэтому вот это такая всеобщая категория, которая не дает нам спокоя. Потому что все, что есть, все приходящее, прихождение. Любое бытие переходит в ничто. Но если, так сказать, у нас грусть по поводу того, чтобы какое-то бытие переходило в ничто, то то же самое ничто переходит в бытие. А вот этот переход ничто в бытие называется возникновением. Возникновением. Теперь мы можем уже сказать, что становление – и это единство возникновения и прихождения. Возникновение и прихождение. Единство возникновения и прихождения. И все было бы хорошо, но нас не может не мучить такая мысль, что куда делись бытие и ничто. Было так хорошо, и куда-то они пропали. Есть становление как единство возникновения и прихождения, а их вроде как и нет. Но этого можно добиться, несколько переформулировав эти два противоположных момента. Можно про прихождение сказать так. Прихождение – это бытие, запятая, переходящее в ничто. Да? Можно так сказать? Короче, что это? Бытие. То есть какое? Реальное бытие, которое есть в жизни, в любой жизни, в социальной, в какой угодно, в механической, физической, биологической. Это такое бытие, которое переходит в ничто. Бытие, запятая, переходящее в ничто. Короче, бытие. И тогда тоже понятно, а что тогда, откуда взялось такое понятие, как ничто? Потому что в жизни ничто есть сплошь и рядом. Но оно как есть? Как ничто, переходящее в бытие. Правильно? Это возникновение. Ничто есть как возникновение, а бытие есть как прихождение. Или вот возникновение и прихождение и обозначают у нас живые, действенные ничто и бытие. Возникновение и прихождение. Заодно мы получаем такой вывод, что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Значит, разность тем самым бытие и ничто исчезает. То есть тогда, когда мы уже тут что-то такое настроили и почувствовали себя хорошо, вдруг такая печаль. Разность бытия и ничто, становление. Говорят, разность, имеется в виду не 5 отнять 3, как в математике, а вот то обстоятельство, что они разные, вот это обстоятельство исчезает, поскольку бытие переходит в ничто, а ничто – бытие. Исчезает. А становление только и есть благодаря этой разности. Мы вот только потому, что бытие и ничто различаются между собой, разные. Мы только поэтому и могли определить и становление, и прихождение, и возникновение. То есть, раз бытие и ничто переходят друг в друга, их разность исчезает. А вместе с ними исчезает, вместе с исчезновением этой разности исчезает и само становление. Раз становление есть благодаря этой разности. То есть, все достигнутое нашим вот непосильным трудом с момента начала этого занятия исчезло. Ну вот если бы это была не диалектика, ну мы должны были сказать, ну исчезло, все пропало и расходись. Но это диалектика. В диалектике не бывает исчезновения, которое бы просто превратилось в ничто. Раз это исчезновение, это что значит исчезновение? Значит отрицание того, что было, правильно? А что является отрицанием? Что является отрицанием? Небытие. Нет, тут ведь небытие. Тут исчезает, тут отрицается само становление. А становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Они друг к другу переходят. Беспокойное единство бытия и ничто. То есть не так-то просто осознать, что исчезает. Что отрицается?
отрицается беспокойное единство бытия и ничто. Да, становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Ну, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Они едины, и одно в другое переходит. Беспокойное единство бытия и ничто. Что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. Спокойствие, правильно. А что является отрицанием единства? Вот это не так-то просто, потому что кажется, на первый взгляд, что единство – это вот одно. На самом деле слово «единство» означает, что тут, по крайней мере, два присутствует. Чего-то два. Почему? Вот говорят, единство позиций, единство взглядов. Вот у нас с вами может быть единство понимания этой категории, правильно? Вот нас много, а понимание единое. То есть, когда мы говорим о единстве, то мы обязательно должны иметь в виду не какое-то одно, а обязательно некое многое. Почему? А иначе получается тавтология, вроде того, что бревно – это бревно. Бревно едино с собой. Дом един с собой, стул един с собой. То есть это какая-то ерунда. То есть о единстве можно говорить тогда, когда есть некое многое. Вот говорят, у нас с вами единство позиций, а с вами, допустим, нет единства позиций. То есть тогда это какое-то несет содержание. А что такое отрицание единства тогда? Это в голову сразу не приходит. Отрицание единства, раз единство что-то сложное, да? Вот единство нашего народа. Это народ, представляете, у него единство есть. Это сложно. А что отрицание? Простота. Простота, правильно. Простота. И вот что мы получаем в итоге, что отрицанием становления является спокойная простота. Спокойная простота. Или что-то спокойное и простое. И что вы можете сказать теперь про это вот спокойное и простое? Что есть результат снятия? Что есть результат отрицания становления? Что? Что вы можете сказать? А? Ну, как-то вы так сразу выпаливаете бытие. Сначала надо сказать, что оно есть. Есть? Что у нас теперь есть спокойное и простое. Вот тут мы должны немножко остановиться и подумать на тему о том, какое бывает отрицание в философии, в диалектике. Вот посмотрите, отрицание зряшное, как бы исчезает все, ничего больше нет. А здесь что? Вместо отрицанием становления стало спокойное и простое. Вот такая операция диалектическая, которая называется отрицанием с сохранением прежнего содержания, но в другой форме, с удержанием. Вот отрицание с удержанием называется снятием. Это важнейшая диалектическая категория – снятие. Вот можно, например, говорить применительно к историческому развитию, что рабовладение является снятием первобытно-общинного коммунизма. Почему снятием? Да потому что орудия труда-то сохранили, навыки какие трудовые уже появились. Не только навыки собирательства и охоты. Какие-то навыки появились уже в такой период, который был первобытно общинным коммунизмом. И для того, чтобы люди могли работать как рабы, они должны уже уметь работать. Для того, чтобы как рабы работать, надо вообще уметь работать. То есть рабовладение является снятием первобытного общинного строя. Феодализм. Он является отрицанием рабовладения. Правильно? Но каким отрицанием? Что, вот, так сказать, ничего не осталось? Или мы по-прежнему пользуемся теми достижениями, как в области техники, то есть в области орудий, труда и средств производства, в том числе и водопроводом, который построен был рабами Рима. Так. Пользуемся геометрией, которую разработал Евклид в те времена еще, и ничего к ней не добавилось, кроме другой геометрии. А эта геометрия тоже сохранилась. Есть геометрия Лобачевского, но евклидовая геометрия, она же верна для своих задач. То есть, вот тут мы и видим отрицание с удержанием. Богатство, которое добыто, особенно в период рабовладения, когда разделился труд, появились науки, искусства. Вот в это время человечество сделало значительный скачок в своем развитии,
И элементы этого развития перешли к людям, которые стали, к тем поколениям, которые стали жить после рабовладения, при феодализме. Снятие. Поэтому мы можем сказать так. В результате снятия и становления возникло что-то простое. Простое бытие. Снова простое бытие. Спокойное и простое. А почему спокойное и простое? Как его? Ну, раз спокойное и простое, раз отрицанием сложного является простое, отрицанием единства является простота, то откуда мы взяли название этого, того, что получилось? Опять обратились к науке логики и нашли там категорию наличного бытия. А эта категория очень хорошо называется, потому что налицо что? Бытие. И налицо больше нету ничто налицо, правда? То есть до этого мы имели такую с виду диалектическую категорию, в которой были две стороны противоположности были, они боролись, находились в единстве. Ну, так сказать, вот самый первый взгляд на противоречие, правда? Возникновение и прихождение, бытие и ничто, и они в единстве. А здесь только наличное бытие. Но наличное бытие есть результат снятия становления. А раз наличное бытие есть результат снятия становления, значит, в наличном бытии есть и становление. То есть оно не налицо, но в нем есть. Точно так же, как вот ваши родители не налицо. Вот я не вижу, никто с родителями не пришел сюда. Нет? Ну, они же есть, но вы же их отрицание, но в снятом виде. Они же у вас есть, родители? Вы же их как бы, ну, не полная копия, но и преобразованная копия, поскольку там и мама, и папа присутствуют. Но они присутствуют в единственном числе в виде вашего наличного бытия. А вы есть результат снятия становления. Поскольку они родители, вот вы их результат, их дети и их деятельности и заботы. Вот у Шопенгауэра есть такая мысль, что родители любят в детях свою любовь. О. Такая мысль очень оригинальная и хорошая. То есть материализованную свою любовь, вот она, в детях. А дети их отрицание. Ну какое отрицание? Диалектическое, то есть снятие. А значит, родители в нас есть. Точно так же есть в наличном бытии есть становление. А в становлении, кроме наличного, кроме бытия, есть и что? Ничто. Значит, в наличном бытии есть ничто. Правильно? И вот такое ничто, которое есть в наличном бытии, требует особого названия. Потому что до этого было свободное ничто. Ничто переходило в бытие, бытие в ничто. А здесь это ничто гнездится в бытии, и налицо есть только бытие, а его не видно. Это как вот вы себе представили бы, что вы разожгли костер, сидели долго у костра, постепенно все прогорело, и костер покрылся пеплом, и толстым слоем пепла, и уже не видно ничего красного, если не пошевелить. Хотя жар оттуда идет, а налицо только пепел. А в нем огонь-то есть еще? Есть. Жар есть? Есть. Да еще какой? Как известно, температура пламени примерно 500 градусов, а температура углей 1100 градусов. И вот этот большой жар, он прикрыт пеплом, и он незаметен. А пепел, можно даже него и дотронуться, он даже холодный, если он тут достаточно уже большой слой пепла. Вот на этом мы движение этой категории, этих категорий остановим пока. И будем разбирать это становление уже применительно к обществу. Применительно к обществу. Поскольку у нас тема – социальное становление. Если это всеобщая категория становления, то она применима и к обществу. Правильно? Она применима и к отдельному человеку, конечно. Человек, скажем, что такое… Человек, который обучается…
в высшей школе журналистики и социальных коммуникаций. Вот если я вас спрошу, вы журналист или нет? Как я думаю? Выйдите, пожалуйста, отсюда. Здесь у нас присутствуют только журналисты. Ну, как вот вы сказали, мы с вами изучали, а вы говорите, я нет. И вы тоже не журналист? Кто тут собрался вообще? А? Мы журналисты установлены. Вот. Учитесь. Я вас назначаю моим ассистентом. Она журналист в становлении. А короче журналист, правда? Ну, что там такие детали? В становлении, не в становлении? Журналист я, одним словом. А вы что себя вычеркнули из журналистов-то? Зачем так вот взяли и вычеркнули себя? Надо себя возвышать, поднимать, настраивать. Журналист в становлении. Ну, а что такое коммунизм в становлении? Вот в Китае коммунизм в становлении. Это что значит? А то, что все рассказывают. Во-первых, есть, так сказать, тенденция коммунистическая, превращение капитализма в коммунизм. Есть? Есть. А есть тенденция превращения коммунизма в капитализм обратно в Китае? Есть. А есть там миллиардеры? Есть. А есть коммунистическая партия? Есть. А пионеры есть? 132 миллиона. Это много. Одних галстуков 132 миллиона только. А есть там взяточники, коррупционеры? Есть. Ну так если это противоположные движения в одном движении, если становление, так там коммунизм в становлении. А есть в Китае коммунизм как наличное бытие? Нет. То есть мы, это вот хорошая категория, мы можем очень точно говорить. Это страна, в которой коммунизма как наличного бытия нету. А в становлении, да, есть. А на Кубе есть коммунизм? Нет. А в становлении есть? Есть. Становление коммунизма есть? Есть. Это социалистическая страна. Что такое социалистическая страна? Страна, в которой установлена диктатура пролетариата, и идет процесс становления коммунизма. А в становлении коммунизма действует прямо противоположная тенденция. Не... Вот почему-то это вот становление коммунизма понимает только вот... Например, становление журналиста может ведь закончиться чем? Исключением из этого самого, из высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Я правильно понимаю категорию становления? Правильно? Что значит становление? Становление есть становление. Когда уже вы закончили, тогда наличное бытие журналиста. А сейчас пока не наличное. У нас таких стран, в которых... есть, которые, в которых есть коммунизм в становлении, уже много набралось. Это, например, Социалистическая Республика Вьетнам, 90 миллионов человек. Это Китайская Народная Республика, 1 миллиард 380 миллионов человек. Причем это самое... С точки зрения экономики, крупная экономика, 17% валового внутреннего продукта мирового. В то время как Соединенные Штаты Америки 15% только. С 2014 года Китай КНР обогнал Соединенные Штаты Америки. Лаос 6 миллионов. Тоже страна, в которой имеет место коммунизм в становлении. Куба, мы об этом уже говорили, тоже имеется коммунизм в становлении. А в КНДР имеется коммунизм, ставший наличное бытие коммунизма, первая фаза. Что такое первая фаза? Неразвитый, незрелый коммунизм со следами выхождения из капитализма. А можно выйти из капитализма так, чтобы не было никаких следов выхождения? Невозможно. Поэтому вот некоторые люди считают социализм справедливым обществом. Но умные люди, которые об этом писали, никогда такого не говорили. Например, если вы откроете «Государство и революцию» Ленина, там говорится, что справедливость и равенство первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливо. И пример приводит. Тут есть распределение по труду. Вот по труду, значит, сколько, за равный труд равная оплата. У одного большая семья, у другого маленькая семья. Один здоров, другой болен.
Как, какая же тут справедливость? О справедливости не приходится говорить. И получается, говорит, равенство чисто буржуазное, в буржуазном духе, когда как применение одинакового масштаба к различным людям. Если вы одинаковый масштаб применяете к различным людям, это характерно как раз для буржуазного равенства. А для коммунизма полного характерно совершенно другое. Вот, скажем, жилье нужно давать. По потребности. У кого больше семья, тому больше и давать. А не так, у кого меньше земля, меньше семья, тому больше. Так и давали, скажем, в первой фазе коммунизма в Советском Союзе. Если больше семья, ну, больше метраж. Если меньше семья, меньше метраж. А некоторые понимают это совершенно неверным образом. Не как принцип распределения, а просто, говорит, до полного удовлетворения. Непонятно, что такое полное удовлетворение потребностей. Например, потребности духовные никогда полностью удовлетворить нельзя. Разве есть, конечно, какая-то остановка в познании? Не бывает таких остановок. Поэтому цель коммунизма и цель социализма формулировалась так: обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Свободное всестороннее развитие — это не то же самое, что просто полное благосостояние, а благосостояние – только условие для развития. А можно иметь условия и деградировать в этих условиях. Многие деградируют, у которых прекрасные условия для развития. Вот эта категория становления позволяет нам взглянуть на всю историю человеческого общества диалектически. В частности, вот зафиксировано в науке, что было первобытно-общинное общество, первобытно-общинный коммунизм. Коммунизм, потому что была общая собственность на средства производства. И вот мы знаем, что было рабовладение. Ну а был переходный период, который превратил первобытно-общинный коммунизм в рабовладельческое общество. Был? Был. Мы даже знаем, с чем связано это превращение. То есть пока слабые производительные силы, пока один человек может прокормить только себя одного, рабовладение невозможно. Потому что как вы поймали представителя другого племени, вы его победили. Если вы его оставите в живых, он может прокормить себя, вас не может прокормить. Поэтому вы не можете заставить его работать на себя. Рабство исключается. Вы можете, конечно, его кормить, но тогда вам нужно умереть, потому что прокормить человек может только одного человека. Раз вы прокормите своего противника, который повержен, и вы его захватили, значит, вы должны умереть ради того, чтобы этот противник продолжал жить. Поэтому, как говорят, жестокость была невообразимая. Плен не брали, убивали. Но это касалось не только таких людей, которые являются врагами человеческого общества. Были понимающие представители старого поколения, которые уже сами не смогли трудиться, а пенсию тогда, как известно, не платили, и такое понятие было неизвестно. И вот ваши родители взялись за руки и ушли в горы. Потому что либо надо детей прокормить молодым людям, у которых есть дети, либо родителей. Ну, поскольку если кормить родителей, дети умрут, и прекратится человеческий род. Поэтому родители собирались и отправлялись в горы. Не беспокоить, и там они заканчивали свою жизнь. Это золотая мечта всех нынешних экономистов из высшей школы экономики, которые все время пропагандируют, как бы передвинуть этот вот выход на пенсию на такой уровень, чтобы еще и человек уже и жизнь кончал, а еще и срок выплаты пенсии не наступил. Причем такое золотое время было, когда Ельцин был у нас президентом. Средний возраст мужчин, простите, возраст, продолжительность жизни мужчин была 59 лет, а срок выхода на пенсию 60. Вот оно, решение. И все денежки, которые отчислялись на пенсии мужчин, могли пойти в государственный бюджет. А из этого государственного бюджета вы уже знаете, как многие люди, как ловко эти деньги перекладывают себе в карман. У нас эти деньги ведь не пропадают просто так. Они же двигаются. Я могу вам дать свежие данные о том, что в нашей современной России, где доход
гражданина современной России составляет 90,5% от реальный доход, то есть выраженный в продуктах, которые можно купить на этот доход, по отношению к 2013 году. То есть на 10% меньше стал. Доход работников, то есть заработная плата 92,5% по отношению к 2013 году. И при этом количество долларовых миллионеров у нас за прошлый год выросло на 10%. А в этой жалкой Европе только снизилось на 4%. Они не дотягивают до нас. А количество долларов миллиардеров повысилось на 11%. Ну и даже школьник, если бы я ему давал такую задачу, что вот экономика не растет, у нас примерно 0,8% темпы роста, и то методами статистики, так сказать, полученные. Это повышение темпов роста изображением. Вот если у нас такие темпы роста, рост долларовых миллионеров и миллиардеров, за счет чего? Ну, для того, чтобы в этой вот части, в этой бутыли было больше воды, из этой бутыли надо отлить. Что тут непонятного? Вот это и происходит. Когда же стало возможным вообще становление рабовладения? Становление рабовладения стало возможным только тогда, когда производительные силы дали возможность производить такое количество материальных благ, что оно позволяет прокормить не только одного человека, который производит, а еще и второго, третьего и так далее. То есть только на известном этапе развития производительных сил, которое было действием усилий всех членов общины, да, первобытной общины, только в результате этого действия могло появиться рабовладение. И уже было целесообразно не убивать, а взять в плен и заставить на себя работать представителя другого племени. А поскольку он поверженный враг, то его за человека можно не считать. Правильно? Он враг, он должен умереть. Но можно отложить его смерть, то есть каждый рабовладелец может убить своего раба. И это было возведено в закон, потому что раб не считался человеком, а считался говорящим орудием. Вот и все. Но чтобы такое могло возникнуть, нужно еще раз, чтобы развились производительные силы. Поэтому прошел известный переходный период. И рабовладение прошло этап становления. И в этот этап, с одной стороны, разлагались общины и появлялись рабовладельцы с рабами, а с другой стороны, рабы убегали, рабовладельцы переставали быть рабовладельцами, и там или сям восстанавливалась общинная форма хозяйства. Изучено ли у нас в науке вот это становление рабовладения? Не особенно. Кто читал какую-нибудь книжку, как возникло рабовладение из первобытно-общинного коммунизма? Вот про рабовладение есть книжки, про первобытно-общинный коммунизм тоже есть. А про вот становление. Также и вот про журналистов книжки есть. Про нежурналистов книжки есть. Как они поступали на факультет сюда, в высшую школу журналистики и социальных коммуникаций. А вот про это становление. Это интересная была бы книга. Вы бы взяли, написали книгу. Ну, маленькую хотя бы книгу. Знаете, как интересно было, что я стала журналисткой. А думала, что я вообще не журналистка. Вот. Очень интересно было бы. Все бы зачитывались, как вот интересно вдруг. Из нежурналиста появляется журналист. Это же здорово. Из ничто появляется бытие. Это красиво. Ну, вот этой красоты, кстати, мы не наблюдаем. Ну вот, видите, я и сказал, выходите отсюда. Она и вышла. Только с задержкой. Дальше. Есть очень большая литература про рабовладение. Правда, горы книг. А как из рабовладения получился феодализм?
Ну, то, как разрушались рабовладельческие государства, это мы знаем, такого много. Про прихождение. А про становление этого феодализма не особенно. Дескать, вот набежали варвары, уничтожили прекрасное государство, так сказать, Рим уничтожили. Ну, как получалось, что после того, как они разрушат это рабовладельческое хозяйство, а возникало это не рабовладельческое хозяйство все-таки, там же, в этих же государствах, не просто вот было разрушено, но было разрушено, а что, ничего не осталось? Разве не было снятия? Или было только отрицание? Если бы не было снятия, мы бы не пользовались достижениями, которые в то время были получены. А мы даже изучаем философские концепции того времени, периода рабовладения. Правильно? Вон сколько мы их перебирали и разбирали, эти самые философские концепции. Значит, то, что было добыто в рабовладельческую эпоху, перешло в снятой виде, в снятом. Что-то и утрачено было в том числе, а что-то и удержано, сохранено. Перешло в эпоху феодализма. Есть такие хорошие книги о превращении рабовладения в феодализм? Не знаю. Вот если вы кто его знает, скажите, мне тоже интересно. Дальше берем. Дальше мы знаем, что тьма существует исследований исторических, и всяких романов существует о периоде феодализма. Правда, тут были цари, принцессы, принцы, графы, бароны. Тут было что описывать. Ну а как вот этот самый феодализм перешел в капитализм? С одной стороны, тут уже мы кое-что знаем, да? То есть мы знаем, что была революция, и все, раз революция, и что, и перешел? Ну, во-первых, после революции была контрреволюция во Франции, после Великой Французской. Потом еще раньше была английская буржуазная революция, и как-то вроде ее великой не называют, но там что-то очень жестокие были войны, связанные с переходом к буржуазному строю, жестокие. И мало, надо сказать, на эту тему и говорится, и пишется. Но самое-то интересное, что если мы говорим о революции, так переход в экономике к капитализму шел до буржуазной революции или после буржуазной революции? До. До. И вот у нас есть уникальное исследование, как в одной стране вырастал капитализм при феодализме, под покровом феодализма. Это книга Ленина, ну или она была книга Вейлина, которую Ленин написал в ссылке в Шушинском, которая называлась «Развитие капитализма в России». Но о развитии капитализма в России говорилось применительно к XIX веку, применительно к тому периоду, когда еще в России царил феодализм. То есть страна феодальная, а экономика уже преобразовалась и почти вся насквозь капиталистическая. И это произошло именно в XIX веке. И к началу XX века Россия стала не только в экономическом отношении буржуазной страной, но она стала еще и страной, в которой даже монополистический капитализм стал развиваться. Империализм. Ну а как насчет того, когда же закончилось становление буржуазного строя? Когда закончилось становление буржуазного строя в России? Скажите, пожалуйста. Да, в феврале 17 года. То есть февраль 17 года, это не буржуазная революция, это не начало становления буржуазного строя, а окончание. То есть февральская революция сместила помещиков, отобрала у них землю. Нет, еще землю не отобрала. Оставила большевикам эту задачу. А февральская революция, она их сместить-то сместила, а богатство им оставила. Самое главное богатство феодалов к этому времени были уже не крепостные крестьяне. Крепостные крестьяне ушли от них в 1861 году. Но далеко не ушли, поскольку землю они не получили в полной мере, которая позволяет хозяйствовать, и они вынуждены были работать за деньги на прежнего помещика, и поэтому
Крестьяне требовали возвращения отрезков, большевики себе это в программу вставили, а эсеры составили наказы крестьянские. И их собрали, эти некрестьянские наказы, они состояли в том, чтобы национализировать землю и разделить по едокам эту землю. И это и сделало большевистское правительство в 1917 году, в октябре. Но только тогда, когда разделили землю по едокам, ну, можно сказать, что становление, ну, отобрали землю у феодалов, значит, тогда только и закончилось становление капитализма в России. То есть правительство уже буржуазное, уже власть буржуазная, а еще в экономике некоторый процесс не закончился. И поэтому становление, можно сказать, буржуазного строя в России закончилось вместе с его падением. Одновременно с ликвидацией диктатуры буржуазии декретом о земле было закончено, прекращено землевладение феодалов, и поэтому Октябрьская революция доделала еще и дело прошлой революции буржуазной. Вот такая получилась интересная картина. Вот такой взгляд с точки зрения становления, как в России произошло становление капитализма, еще ожидает соответствующих исследований, рассмотрений, изучений и обсуждений, в том числе общественных. В том числе и в этом году, потому что этот год, в котором отмечается и буржуазная революция, и социалистическая революция, как говорится, одни с ненавистью, другие с восторгом, но все обсуждают. И деться от этого обсуждения некуда, и поэтому хотелось бы, чтобы это обсуждение было не примитивным таком, на уровне «у меня такое мнение, у тебя такое мнение», а на уровне изучения становления одного и другого строя. А становление коммунизма, когда началось в России? В октябре 17. Когда? В октябре 17. В октябре 17 была установлена диктатура пролетариата, и началось становление коммунизма. И сколько это становление проходило? Сколько лет? До 35-го. Ну, это же сколько лет до 35-го? 20. Ну, 18 лет, да? 18 лет в России проходило становление коммунизма. Ну, и надо сказать, если мы будем читать литературу, смотреть литературу, то мы увидим, что товарищи и этого становления не очень, так сказать, понимали, как оно идет. Потому что в этом становлении одну линию видели, как вот из капитализма получается коммунизм. Да? А вторую линию, как коммунизм рассыпается снова, противоположную линию антикоммунистическую, которая тоже была. Ну как же, прихождение, что есть, правда? Бывает становление без прихождения. Как так вот интересно историки описывают, без диалектики, а поэтому и не получается у них точного исторического исследования, что вроде бы есть только движение вверх, а противоположное движение к разрушению того, что построено, нет. Было же такое противоположное движение? И не могло не быть, если это становление коммунизма. И тем не менее, значит, вот тенденция к построению коммунизма победила, и становление было закончено в середине 30-х годов. Следовательно, когда в СССР появился коммунизм как наличное бытие? В 35-м году коммунизм появился в СССР как наличное бытие. Несмотря на вот абсолютную точность вот этих выводов, чего только мы не можем почитать. Например, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев в 1961 году, который отделяет от 1936 года, он сколько лет, несколько десятилетий, говорит, скоро мы построим первую фазу коммунизма. Хотя первая фаза коммунизма была построена в середине 30-х годов. Вторую фазу коммунизма мы построим уже через 20 лет, а это первую через 10 лет. Хотя говорить, когда вы построите вторую фазу, ну, я не знаю. Вот мы можем сказать, что становление журналиста закончится очень быстро, поскольку
Тут есть вот определенный срок, после которого экзамен, выпускная работа, и будьте здоровы. Тут все точно и ясно. А как можно сказать, когда будет высшая фаза коммунизма? Ну, кто может это сказать? Ленин в таких случаях говорил, что ни один серьезный вообще социалист сроки в таких вопросах не поставит. Это зависит от двух противоположных тенденций. Как это все сложится? Где-то вообще не получится в какой-то стране, а в какой-то получится. Поэтому и вообще мировую революцию надо рассматривать как цепь революции, контрреволюции, острой классовой борьбы и как целую эпоху, и которая и занимает значительный исторический период. А не так, что вдруг сразу в нескольких странах одновременно по одному сигналу прошли революцию, как понимает современный троцкист. Или как Маркс и Энгельс понимали тогда, когда у нас был не империализм, а низшая фаза капитализма, капитализм свободной конкуренции, и когда еще можно было ожидать вот одновременного развития революции. А после того, как появилась такая неравномерность развития, которую дал империализм, и неравномерность затронула не только отдельные производства товарные, а затронула целые страны, а не только отдельные монополии, вызревание коммунистической революции в той или иной стране зависело от того, как складываются экономические события и как идет экономическая борьба, в том числе разных держав на мировой арене. Поэтому здесь не... Поэтому и вывод был сделан в свое время Лениным в двух работах о лозунге Соединенных Штатов Европы и военная программа пролетарской революции. Вывод о том, что революция и победа революции, социалистическая и победа социализма возможно первоначально в одной отдельно взятой стране. А дальше события показали, а что и другого хода мировой революции быть не может. Только как цепь революции и контрреволюции, в итоге которой революции побеждают, а контрреволюции их меньше. Ну как сейчас, вот мы, если мы будем подытоживать, каков итог всех революций и контрреволюций, он в итоге позитивный. Сохранился целый ряд стран, в которых победила социалистическая революция, и в которых не смогла победить контрреволюция. А изображение, так скажем, падения Советского Союза таким образом, что он развалился, оно заведомо провокационное и подлое, потому что борьба противоположных тенденций в Советском Союзе была настолько длительной, что переход от социализма к капитализму или от первой фазы коммунизма к капитализму занял период с 1961 по 1991 год. 30 лет со строительства первую фазу коммунизма всего 18 лет. То есть очень длительная и тяжелая проходила борьба, которая никак не может быть изображена в таких высказываниях, которых больше всего мы видим в печати и с экранов телевизора. Дескать, развал Советского Союза. То есть, оказывается, социализм – это такой строй, который саморазваливающий. Вроде как есть упаковка, которая сама истлевает на солнце. Поэтому и такой это строй. Не высший по сравнению с капитализмом строя, вот такой вот очень удобный раз он был и снова развалился. Появилась снова капиталистическая страна. При этом вдруг в новом обществе, которым называется капитализм, сказать, оказывается, не шаг назад надо изображать, а чуть ли не шаг вперед. Тогда как, скажем, если вы возьмете вот те отрасли, которые сегодня составляют основу нашего там, оборонного могущества, это все они созданы в советское время. И даже если вы возьмете наши ракеты, которые стоят на боевом дежурстве, еще не все СС-18 сняты с дежурства, у которых 10 разделяющихся боеголовок, а новые, которые сделаны уже в России, в новой России, это Тополь с одной головкой, которую легче, так сказать, сбить, остановить, взорвать и так далее. Или самая последняя разработка ЯРС, 4 головки, вот, которая идет на вооружение, вот-вот-вот оснащается сейчас только что. Но уж если говорить, что советский период был периодом создания индустрии и строительства новых заводов постоянно, по 1000 заводов каждый год производили, то сейчас я вот хотел бы обратиться к вам, может быть, вы когда найдете в литературе или где-то в книжках, или где-то в каких-то воспоминаниях, есть какие-то заводы, которые построены после 1991 года? В то время, когда, как говорится, свобода для предпринимательства. Ну, раз предпринимательство, предпринимайте, создавайте
производите. Где заводы новые? У меня есть знакомый, который построил один завод. Он у нас был проректором нашего университета, Виктор Георгиевич Долгов. Я, когда его встречаю, я всегда отмечаю, что вот других людей я не знаю, которые построили заводы. А? В Сибири есть несколько заводов, которые... Где? В Сибири? В Сибири. А где несколько? Какие? Ильин там производит. А? Еще какой-то. Я не знаю точное название, но... Нет, ну надо, чтобы точно было известно. Я вот вам могу сказать про завод, который я знаю. Это завод бутылочного стекла в Кингисеппе. А вы какой завод имеете в виду? Это так как-то не строго. То есть надо, если вы укажете, как называется завод там, какой-нибудь ООО или еще что-нибудь, ну, который вы реально существовал. А есть много заводов, которые считаются на бумаге существующими, они только юрлицо осталось, дают в аренду. Все. А процессы, скажем, те же самые негативные, превращение бытия в ничто, вот применительно, скажем, в заводе «Светлана». Это был завод электронного приборостроения. Стоял на переднем крае вообще электронного приборостроения. Темпы роста производительности труда на нем были 12% в год. Тогда, когда генеральным его директором был товарищ Филатов. Работал на нем 40 тысяч человек, в том числе, прежде всего, основная масса женщин, которые связаны со сборкой очень сложных приборов. На сегодняшний день там 3500 человек. И это холдинг, то есть это как бы какая-то часть акционеров держит акции разных малых всяких предприятий. Там «Светлана машиностроение», «Светлана светодиоды», «Светлана такая», «Светлана сякая» и так далее. То есть это уже не единое предприятие, а вот некое собрание разных отдельных предприятий и разных отдельных юридических лиц. Значит, какой у нас получается вывод, если мы будем рассматривать социальное становление? Вот социальное становление коммунизма, оно интересно тем, что оно начинается с установления политической власти рабочего класса. А социальное становление буржуазного строя заканчивается установлением политической власти буржуазии. Правда? А вот социальное становление феодализма не начинается с какой-то видимой такой революции. Да? И поэтому видим, что значит, некоторые обычные войны и набеги вдруг кончаются не восстановлением того, что было, а установлением чего-то другого, другого строя. А почему? А потому что рабы уже не могут использование рабами новых таких средств производства, которые уже выработаны в ту эпоху, невыгодно для рабов. Рабы рассматривают орудия, с помощью которых им приходится работать, как орудие своего угнетения. И ожидать от них производительного труда не следует. А крепостной крестьянин заинтересован в том, чтобы больше собрать и больше создать. Потому что, отработав на барщине и ведя самостоятельное хозяйство на своем клочке земли, он должен прокормить свою семью. И очень заинтересован в том, чтобы использовать как следует те орудия, которые к тому времени имелись. Поэтому с развитием феодализма или с развитием этих орудий связано дальнейшее развитие феодализма. И мы знаем, что, так сказать, оставил после себя феодализм, какую красоту. Вот весь этот прекрасный Петербург – это прежде всего здания, построенные в феодальную эпоху. И хотя феодализма уже нигде в мире нет, и у нас его давно нет. Это произошло отрицание феодализма, но это отрицание есть снятие. А дома-то эти остались? Известно, какие дома больше простоят, которые построены в эпоху феодализма или которые построены в эпоху нового ельцинского строя. Потому что сейчас мы видим, что если разрушается здание, значит новое. А если не разрушается, значит старое. Это неправильно, что оно совсем не разрушается, но с такой скоростью, как разрушаются некоторые дома уже сейчас, или падают, или краны падают вдруг, такого не было.
Вот если мы с таких позиций, как социальное становление, будем рассматривать историю, наше рассмотрение истории будет гораздо более богатым, подвижным и живым. И мы будем понимать, что нету ничего такого в истории, которое вот раз навсегда установилось и не подвержено каким изменениям и движениям вспять. Вот я возвращаюсь к тому, что говорил Хрущев в докладе на 22-м съезде, что, дескать, социализм в СССР установился полностью и окончательно. И именно вот эти его слова «окончательно» служили спусковым механизмом для того, чтобы люди перестали бороться за этот социализм и чтобы он был уничтожен в Советском Союзе. Как может быть он окончательно? Это он может быть более высокой формой, но кто говорит, что обязательно более высокая форма в этой стране и продержится долго, а может она уйти назад. Потому что кроме революции бывают контрреволюции, кроме строительства нового общества бывают реставрации. Правильно? И поэтому ничего удивительного в этом нет. И странно было бы, если бы силы старого мира не пошли бы в новый решительный бой за свои те богатства, которые у них были, и за ту сладкую жизнь, которая у них была. Вот очень было бы странно, чтобы после того, как у них забрали средства производства, они бы только приветствовали новую власть. И не подумали бы, как эту власть забрать обратно. Тем более, скажем, ну я понимаю понятие диктатуры пролетариата, которое было в Великом Почине сформулировано, что вот определенные классы, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Дескать, ну вот, как сказал Хрущев, дескать, это изжило себя, не с кем бороться, не за что бороться. Давайте, дескать, это, скажем, что она исчерпала себя, и уже государство общенародное, хотя это вроде жареного льда, государство, которое определяется как машина насилия в интересах определенного класса, объявляется общенародным. Более безграмотного утверждения вообще трудно сделать. Вот известна книга Ленина «Государство. Революция», а еще известна книга, в которой были выписки из всех работа, тетрадь Ленина, синяя тетрадь, в которой выписки из работ Маркса и Энгельса по вопросу о государстве. И там однозначно, так сказать, показано, что соединение слова «народ» со словом «государство» недопустимо. Либо еще оно уже народное, тогда оно не государство. А если оно еще еще остается, то не народное. Оно умирает и отмирает только как орган класса. Иначе этого быть не может. А вот если вы возьмете определение диктатуры пролетариата в детской болезни левизны в коммунизме, то тем более, так сказать, отрицание такого определения выглядит очень странным. Потому что диктатура пролетариата определяется как упорная борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Силы и традиции старого общества есть, они борются против нового общества, а руководитель партии в этом новом обществе говорит, что все, борьбу прекращаем, все сворачиваем, ни с чем не боремся. Что может быть итогом, если мы рассматриваем противоположные тенденции, в том числе противоположные уже и при социализме? Мы хорошо выяснили противоположные тенденции в переходный период, но эти противоположные тенденции не исчезли же и в первой фазе коммунизма, раз она с родимыми пятнами капитализма. Поэтому объявить, что, так сказать, борьба закончилась, что наступила окончательная победа социализма, это значит демобилизовать все силы, которые борются с негативными тенденциями. А если огромная армия демобилизована, гораздо меньшая армия отмобилизована, ее может победить. И побеждает. Могу насчет завода. Как? Могу прочитать. Ну, дай, да, давайте. Компания ОАО группа «Илим». Они на самом деле очень много заводов строят, ну, по всей стране. А что они строят? Строят и, так сказать, в их владениях, ну, вот эти заводы находятся. Ну, в частности, нет, строят на них что? Какие заводы? По производству чего? В 2008 году, 18 июня, запущен новый гофрозавод в Ленинградской области мощностью
140 миллионов квадратных метров упаковки в год. Упаковочный? Да. А в 2009 году в городе Коряжма группа «Илим» открыла современный завод по выпуску нейтральной сульфитной полуцеллюлозы. Это самое крупное в мире производство, выпускающее продукцию такого типа. Ну понятно, делается упаковка и бумага, из которой делается упаковка. Это хорошо, то, что вы сказали. И я то, что знаю, относится к бутылочному стеклу. То есть тоже упаковка. А как с машиностроением у нас дела обстоят? С танкостроением как дела обстоят? То есть вот делается упаковка, а что будем упаковывать? И вот я вам расскажу про упаковку. Вот некоторые у меня случай был, меня коллега пригласил в Нижний Новгород, я пришел к нему домой, и мама решила нас угостить. И вот такое достало. Вот такой величины коробку конфет. Открывает, а там, знаете, как звезды там отдельные на небе, так, шоколадные конфеты. Раз, раз, раз. Она на них посмотрела, потом взяла такую маленькую стеклянную плошку, сыпала в них, а эту коробку выбросила. И вы, наверное, видите, что у нас за тенденция какая. Все больше и больше упаковки, а потому что с помощью упаковки можно получить прибыль большую, чем те люди, которые делают то, что в упаковке. Вот скажите, пожалуйста, сколько, по вашим данным, платят производителям молока там, где сдают молоко? Ну, тем, кто потом его повезет в город. Сколько получает производитель молочной продукции? 25. Ну, 20-25 рублей. А продают? Упакуют? Уберут оттуда жир личный, лишний, молочный, так сказать. То есть из него сделают еще сметану отдельно, сливки отдельно. А потому что молоко обычное идет от 3 до 6 примерно. А вам дают 1%, дескать, будете худеть. 1.5%, 2,5%, 3,2%. Но есть немножко и отборного молока, которое цельное, считаем. Немножко. А основная масса вот так. А вот те люди, которые сделали упаковку и продают это молоко, они получают основную массу дохода. Вот так сейчас в России. Вот и здесь получается. А кто делает машины? Откуда вот машины вот на этих фабриках упаковывают? Они привезены из-за границы. И про тот завод, который я вам приводил в пример, там тоже привезены из-за границы. Что, у нас сделали? Нет. У нас танкостроение упало в 100 раз. За 90. В 100 раз. Ну, а это сердце вообще промышленности. И вот сейчас, когда у нас всякие санкции появились, то вопрос-то упирается не в то, что мы не можем, а мы поразрушили то, что у нас было. У нас был завод с числовым программным управлением в Иваново. Генеральный директор КБАИД загремел. Ну, потому что станки с числовым программным управлением – станки, которые делают все операции. И сверловку, и фрезеровку, и фрезерование, и они шлифуют, все делают, нарезают, и токарные работы, и по программе, так сказать, совмещенные с компьютером, это делают. Где этот завод? Нет этого завода. Вот на набережной Свердловской был завод имени Свердлова, станкостроительный. И что? А ничего, нет этого завода. Нету. А этот завод экспортировал станки, вывозил в другие страны. Или на набережной Малой Невы был раньше завод Ильич, который делал станки. Я знаю, потому что я там лекции читал. Недавно я там прохожу, огромными буквами, золотыми на здании написано «Ильич». Думаю, надо же, как, наверное, восстановили завод. Бизнес-центр. Бумаги пишут. Ну или, скажем, в Москве. ЗИЛ вам известен завод? На нем работало 120 тысяч человек. Где ЗИЛ? Осваиваем территорию ЗИЛа. Причем в то время, как одни пишут про то, что мы будем делать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, распиливалось, разрезали роботы, цех роботов разрезан был на куски. И тот пресс могучий, который делал станину вот этого самого грузовика, тоже распилили, чтобы не восстановили. Кому это выгодно, спрашивается? Ну, понятно.
У нас есть еще грузовые автомобили. А вот помните, Владимир Владимирович ездил на автомобиле «Лада» желтенькой и ее рекламировал. И что в итоге, до чего мы их дорекламировали? Чей завод этот самый наш, ВАЗ? Не знаете? Французский. А? Нет, не французский, а франко-японский. Рено, Ниссан. А есть у нас еще отечественный, есть один завод, который производит еще один легковой, а? Форд американский, что вы? Собираем. Из всего американского и собираем. И принадлежит он американцам. И прибыль туда идет. Что там, что наше? А нам что остается? Грязь всякая, не труд тяжелый, труд вредный для здоровья. Сварка, сборка и покраска. А есть у нас завод в Ульяновске, УАЗ называется. Он, значит, контрольный пакет еще в Ростехнологии. То есть можно считать отечественным заводом. Единственный легковой автомобиль. Как называется? Патриот. А надпись «Патриот» видели какими буквами? Иностранными. Это «Патриот» какой страны? Очень интересно прочитать. То есть там, видимо, тоже там красные тенденции. Одни, значит, делают отечественный автомобиль, а другие навешивают на него заведомо марку. Ну как вот, и никак уж его нельзя считать русским патриотом, если он написан «Патриот». Вы видели там в Америке, что было написано русскими буквами «Патриот» и раскатывал кто-нибудь на автомобилях? Такого не видели. Или написал там «Кофейный дом» русскими буквами, а у нас написано «Кофе-хаус». Это же язык международного общения. А? Язык же международного общения. Так русский язык был и языком международного общения, и все говорили про спутник Гагарина. Спутник же это слово, все понимали? Язык международного общения становится тогда, когда эта страна сильная и могучая, и на переднем крае. А если вы на задворках, то языком международного общения будет язык той страны, которая богаче, сильнее и вас порабощает. И, естественно, ваш язык не будет языком. И вы будете даже в своей стране говорить на иностранном, а вместо того, чтобы в другой стране вас понимали. И делали для ваших туристов надписи на русском языке. Делают почти везде. Где? Везде, почти. На русском? Сейчас вообще. Хорошо. В сфере туризма не берут работать тех, кто не знает русского языка, если предполагать, что приезжает туда много русских туристов. А это говорит о том, что наряду с негативными тенденциями есть и позитивные тенденции, которые вы совершенно правильно отметили. И это вот это и будет правильный подход. То есть надо увидеть и то, и другое. Потому что вот этих борьба противоположных тенденций, вот результат этой противоположной тенденции, он даже вот как некоторые иногда метание возникает. Видишь, почему так пошло? Потому что вот эта тенденция взяла верх, а потом раз, другая тенденция взяла верх и пошло. Например, сейчас появилось у нас, я говорю, что у нас со снегостроением плохо, а появилось вдруг предприятие крупное, «Стан». И начинает выпускать самые современные станки. Или снайперские винтовки у нас выпускают. Прекрасные, лучшие в мире. Так? Дальше. А кто возит всех на Международную космическую станцию? Кто космонавтов возит уже 5 лет? Только русские корабли. И при всех санкциях на ракетах «Атлас» устанавливаются наши ракетные двигатели. И на европейские ракеты, тоже наши ракетные двигатели. И причем на этом настаивает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, потому что они пока не сделали лучше. Так что это вовсе не значит, что у нас, так сказать, нет позитивных. Очень даже есть. Очень хороший. Но то, если мы возьмем результат, который у нас после начала 90-х годов, он прежде всего сводится к тому, что у нас смертность превысила рождаемость. И сводится к разрушению как раз самых ключевых отраслей нашей экономики, потому что ключевыми отраслями являются не отрасли по производству предметов потребления, а отрасли по производству средств производства. А среди производства средств производства выделяются две группы – А и Б. Группа А – это производство средств производства для производства средств производства. Вот самый центр экономики. Потому что если вы будете ставить свои задачи производить чайники, а не машины для производства чайников, вы будете бедными, потому что вы вручную будете делать эти чайники. А если вы сделаете машину, которая делает чайники, эти чайники будут вылетать
сказать, как из пулемета. Поэтому вот разговоры идут про что? Про умную экономику, про научно-технический прогресс. В это же самое время мы, значит, продаем нефть и на эти деньги закупаем все иностранное. И в кого мы превращаемся? Мы превращаемся, если эту тенденцию развивать и продолжать, то мы превращаемся в слаборазвитую, отсталую страну, которая просто сырьевой придаток современных государств. Но у нас, к счастью, есть другая тенденция – производить свои станки, свои машины, свою электронику, свои двигатели. И снова начинается. Вот ходит товарищ Рогозин и пытается как-то возродить отечественное авиастроение. Тем более, что оно у нас есть. А их просто деньги не дают на то, чтобы создать эти самые новые самолеты. А самолеты созданы. Есть Ту-204, есть у нас Суперджет. Но для того, чтобы пустить его в серию, надо вложить деньги, тогда она будет дешевая. Потому что дешевый самолет требует производства хотя бы 500 штук в год, а не 5 штук в год, как у нас. Если вы 5 штук будете производить, ну это немыслимо, это очень дорого. Ну чтобы было... Или, например, светодиодные лампы, самые передовые. Вот это вот барахло, в котором ртуть вредная, потом кинут, и эта ртуть отсюда вытечет и попадет в материнское молоко. Через, она никуда не девается, она идет через все эти самые воды. Это очень старые лампы по конструкции. Потом из них стали делать такие крученые фирмы Philips и фирмы General Electric. Это старье сюда вывозят. А светодиодные, которые электричество превращают в свет, и которые в 10 раз экономнее, чем обычные эти лампы накаливания, они у нас стоят очень дорого. Китайские 150, а наши 250. Почему? А потому что государство не вложило средства в большой масштаб, чтобы сделали это миллионов 10 или 20 или 300 миллионов, чтобы можно было и в России, и на экспорт проводить. А у нас есть эти лампы, они делают на той же самой Светлане. Она на ладан дышит, потому что невыгодно, малые серии. Вот. А почему малые серии? А потому что государство свою роль... организатора, так сказать, вот таких передовых процессов не выполняет, дескать. А отдельным капиталистам, которые могли бы построить соответствующее предприятие и развернуть производство, не дают деньги в кредит, потому что ключевая ставка на уровне 10%. Сейчас пообещала под нажимом нашим мадам Набиуллина, что будет ставка каждый квартал снижаться на 0,25. Это значит, чтобы она снизилась до 5%, нужно 10 лет. На 1% получается в год. На 1% в год. Нет, 5 лет. 5 лет. Так 5 лет, значит, не будет. Значит, 5 лет никто не будет иметь возможности взять кредит. Потому что при такой ставке, которая, так сказать, остается, если иметь в виду, что коммерческие банки накидывают еще свою маржу 7%, нет таких предприятий, которые могут отдать эти деньги, если они возьмут в кредит. То есть в Соединенных Штатах Америки ключевая ставка 0,75%, а у нас 9,75%. И наш Центробанк выполняет функции, обслуживающие иностранный капитал. Ну вот такая негативная тенденция есть. А есть и позитивная. А есть министр промышленности и торговли, товарищ Мантуров, который создал фонды правительственные, стимулирование производства, и из них получает, минуя все эти банки, под 5% получает капитал на строительство. Так что есть и положительные. Вот изучение положительных и негативных тенденций, борьбы их представителей, проводников, последовательных выразителей, непоследовательных, все это было очень, это очень интересно, и особенно интересно с точки зрения вот описания этого процесса и борьбы в журналистике. Как идет борьба? Вот. Как борьба нового со старым идет и передового? Вот вы правильно ведете со мной борьбу, и сказать, а вот есть вот хорошие такие места. Надо это хорошее, чтобы было всем известно, правда? Правильно? И вот это вот вы мне сказали, мне уже известно, что есть вот компания «Илим», которая есть, построила заводы. Ну, пока они не в сфере, ну, лиха беда начала, но строить же. Раз она может построить такие заводы, может построить и другие заводы, правильно? Вот. Так что это вот тоже в становлении идет процесс. Спасибо за внимание. До следующего раза.